Всем привет! Вы на канале Mother Time, и на этом видео покажу, как сделать два, ну, таких крутых эффекта для фрагмувика в Alight Motion. Все, кто смотрит этот ролик, пожалуйста, подписывайтесь на канал, лайкните это видео и напишите хотя бы там один комментарий, любой. Это поможет дальше продвинуть мои видео в YouTube и развиваться мне самому, ну, моему каналу. Ищем эффект Pinch Boots. Ставим силу примерно 0-70. Потом примерно 10 миллисекунд ставим. Ну, 20 миллисекунд. Ставим точку 0, ну, радиус 0. И в конце прям радиус можете до 300-200 где-то так натянуть. Ну, можете больше, как хотите. Ну, как вам нравится больше. Получается вот такой вот эффект приближения. Потом отрезаем кусок, где мы уже, ну, типа, окончательно его убили. Дальше я хотел сделать, ну, покажу вам все быстрые перемотки и покажу окончательные эффекты. Некоторые части, ну, когда я делал эффекты, не записались. Из-за этого не было нормальной быстрой перемотки, но я не показал. Вот такие вот эффекты получились, но надо все обязательно в таком порядке ставить. Думаю, вы их найдете, эти эффекты, там типа легко найти, но в таком порядке надо ставить. Ну вот, можете посмотреть, сколько я поставил, типа, скорость, там, сил, скал, там, фрейнс, ну там на английском особо не разбираюсь, но ты... Там сотрясение, что типа того. Вот, можете посмотреть. Если вы не хотите эти эффекты, ну, типа, сами руками ставить, типа, на много, то вы можете просто набрать на этом видео хотя бы 15 лайков, и я вам скину пак. В этом паке вы просто можете скопировать эффект и поставить на тот фрагмент, который вы отрезали. Я, ну, в том ролике буду объяснять, где буду пак сливать. Еще, если на этом ролике набирается 10 лайков, то я покажу, как сделать там прицел. Ну, типа, как его осветить, или типа, как, чтобы он двигался вообще, прицел. Чтобы его можно было двигать. Именно в Alight Motion покажу, как делать. Ну, и сами можете написать в комментариях, какие эффекты, ну, типа, прям детально показать. Я вот с прицелом прям вам детально покажу. После этого слова я знаю. Фрагмент. To be something. Следующий ролик либо будет фрагмент, либо будет то, как поставить, ну, сделать 60 FPS в Alight Motion. Просто вот у некоторых, ну, типа, только 30 или там 15 FPS. Я знаю, как это поставить на 60 FPS. Вот следующий эффект, он очень такой прикольный будет. Вот берем кубик, кладем на него вот такой вот эффект, copy background, он там сам в конце будет. Как только мы этот эффект сделали, можно обжать по 20 миллисекунд. Вот. Вон три, да, три таких взял. Вот 20, ну, спони еще рядом будет. По 20 миллисекунд. Обязательно, ну, перед тлом. Потом накладываем эффект offset. Ставим вот такой вот, слева будет такая точка. Ну, кристаллик. Ставим первый кристаллик и мотаем до 1000. А и в конце ставим кристаллик тоже, но уже мотаем до 0, ну, чтобы ровно 0 был. Еще ставим фейзер на 0, 0, 125, 0-125, да, примерно пойдет так.
Теперь добавляем эффект Directional Blur. Ставим angle примерно 90 градусов. А strength, точнее силу, ставим на 0,7. Потом дублируем слой, чтобы эффект был сильнее. В других слоях делаем то же самое. Поставим эффект offset и тоже смотаем до 1000. Только на других слоях, вот во втором слое можно на y 1000, а в третьем слое можно уже минус x. Ну, чтобы как-то по-разному. Ну, чтобы в одну сторону не было, как-то по-разному сделать надо. Так, не забывайте мотать фейзер на 0-125. Вот после килла может давать вот такой вот эффект, точнее, такой эффект нужен после килла, когда вот такие вот переходы делаются. Там еще можете звуки добавить такие. Ну, это уже легко найти в интернете. Просто я не хочу тебе факты снова показывать, как я их делаю. Я просто вот скопировал с прошлого видео и вставил в это. Ну, в этот фрагмент. Просто, типа, это слишком долго будет. Показывать, как эти эффекты там... Под какие секунды ставилось, просто показываю по-быстрому еще. Сейчас мы посмотрим то, что у нас вышло. А, ну да, я еще этот забыл сказать, то, что эти эффекты лучше сделать под ноу скоп, а то я как дебил поставил, типа, перед скопом. Хотя надо было на ноу скоп. Или там на АКР какие-нибудь. Типа, не в тему сделал, не в тему. Извиняюсь за это. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пожалуйста, не забудьте поделиться этим видео с друзьями, подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий. Всем пока и всем удачи!